человеческой теплоте нуждаются даже деревья. В этом убеждены студенты гуманитарного факультета ИГХТУ. Несмотря на мороз, они решили продолжить акцию «Обвяжем город». В скверике перед корпусом вуза они надели еще на одно дерево теплый вязаный свитер. На этот раз разноцветную шерстяную одежду получилось связать достаточно быстро. Потому что сессия, наверное, времени много осталось, и хотелось побыстрее просто продолжить. Людям очень понравилось, и захотелось их дальше радовать. Главный инициатор проекта – Татьяна Большакова. Своим энтузиазмом она зарядила всех своих одногруппников. Те, кто даже и не думали вязать, делают это на протяжении уже 2 месяца. Я очень заразилась ее идеей. Это очень хороший проект для нашего города. Это украшает его и делает гораздо лучше. И это очень интересно. Благодаря ей, наверное, скоро начну все-таки вязать прям самостоятельно и что-нибудь сделаю еще. Мастерицы придерживаются главного принципа – чем ярче, тем лучше. Вязаное граффити – популярное во всем мире направление стрит-арта. Такая вязаная одежда для деревьев как нельзя лучше может разбавить унылые краски зимы. Акция осуществляется на такой всенародной основе. Очень многие помогают, приносят шерсть, вяжут кусочки. Мы это все сшиваем. Я тоже вяжу на лавочку покрышку. То есть на самом деле это вот вовлекает очень много людей, которые с удовольствием принимают в этом участие. Потому что это весело, необычно, ярко, красиво. Педагог своими студентами гордится. Наконец-то и Иваново не отстает от модных в мире тенденций. И современное искусство, пусть робкое и не спеша, но все-таки выходит на улицы города. Любовь Почерникова, Андрей Семиолков, РТВ Иваново.